Сможет ли малоизвестный ютубер со своими нубами-друзьями сделать мировой рекорд по фрагам? Сегодня мы это узнаем. Это, друзья, Эрокез, топ-1, где мы смотрим лучшие матчи со всего мира. У вас есть возможность у всех выиграть РП, разыгрывается 3 пака, и раз 3 пака, значит нужно сделать 3 вещи. Первое, это подписаться на канал, обязательно с колокольчиком. Вторая, подписаться на Telegram, ссылка в описании. И третье, написать под этим роликом любой комментарий, обязательно состоящий больше, чем из 4 слов, и в нем указать свой ID. Итоги в одном из следующих видео, так что обязательно не пропустите, смотрите каждое, лайкайте каждое. И спонсор! Загружаем комментарии с предыдущего видео, там возможность победить гораздо больше у многих, а то что видос с Левкиным не зашел. Не знаю, как так может быть, видео с Левкиным, да еще и не зашло, ну бывает. Ладно, поехали, первый победитель это Люцифер. Как всегда, топчик, всем удачи. Хорош, поздравляю, дружище, тебе тоже удачи и спасибо. За добрые слова, недопустимый игровой ID это как? Впервые в жизни такое вижу. В смысле, я что, неправильно скопировал? Воу! Братишка, я не знаю, что это ты сделал, но тут уж как бы извини, видать, где-то ты ошибся с количеством циферок. Так что у нас другой победитель вместо тебя. Будь в следующий раз внимательней. Повезло, но видишь, ты где-то не дожал. Бывает, бывает такое. Ну и конечно же, все UC-шки любезно предоставлены лучшим магазином UC on top UC Shop. Самые выгодные цены всегда там, большое количество различных ивентов, скидок, различные необычные подписки, например, есть подписка, с которой можно каждый день фармить UC, менеджер, который вам всегда поможет, все объяснит, плюс огромнейшее количество способов оплаты. Короче, обязательно заходите по ссылочке в описании и подписывайтесь, либо же по QR-коду, который сейчас на экране. Ну и помните, конечно же, что если покупать UC, то только в on top UC Shop. О май гад, Зетти, о май гад, Зетти. Говорит, Зетти, я тебя размотаю со сковородки, что-то там еще. Играет он с Сивоем и каким-то другим парнягой, и, по-моему, предыдущее было не из этого матча. Вообще, я как-то слабо верю, что этого Зетти кто-то там где-то как-то узнал, потому что я вообще хрен знает, кто это. Ну, какой-то там дружбан Сивоя, Левини, ну и... Но и они хрен знает, кто это уже, да, уже их никто не помнит и не знает, и не видит, и ничего. Но вот решили они, короче, скинуться все вместе и сделать какой-то супер матч на большое количество фрагов. Может, завезло, может, еще что-то. Сейчас посмотрим, как у них это получится. Ну, конечно... Я пока отношусь к этому скептически. Погнала стрельба здесь справа-слева. Естественно, здесь будет так, что Зетти стреляет один по всем, а ребятки просто на доедание. То есть план обязательно такой. Все скидываются, вливают в одного. Движение, конечно, мое почтение. Чувак, а ты быстрее двигать экраном умеешь? Ну, ладно. Главное, хоть как-то двигает, хоть как-то наводится. Это нам покажет, что в принципе, вот так если посмотреть, то практически любой более-менее человек, который, ну, играет в эту игру больше 3 дней и хоть как-то умеет хоть что-то, теоретически может сделать матч с большим количеством убийств. Ну, если здесь будут те самые заявленные 43. Насколько я помню, в драконьих яйцах никто 43 еще пока не сделал. А этому видосу, кстати, больше недели. Я не знаю, как я его пропустил, как мне про него никто не сказал. Но я же говорю, типа, всем насрать на Зетти, никто его не знает вообще. Что, кто, кого, где. Если мне не доложили сверхагенты, которые показывают, рассказывают, что там где как по рекордам, то как тогда тебе другие узнают? Услышал хотя бы сзади чела. Говорит, эти кемперы худшие. А чё, где кемпер-то? Или ты тоже не знаешь значения этого слова? Ночь, похоже, что да.
Кемпер — это как бы чувак, который сидит и ждет, а не который заходит тебе в спину и пытается настрелять. Ну какая разница, серьезно, да, вот типа, можно просто выбрать какое-то слово, там, банан, и называть всех бананами, и типа это оскорбление, и все. Че бы нет-то. Давай, доедай. Поехали. Слева стрельба, но это, я так понимаю, тиммейты. Че вообще тиммейты, кстати, делают? Просто сидят, смотрят, бегают на подсосе, на доедание. По идее, они должны, может, хоть какую-то инфу давать, или желательно еще разнимать драки между собой, но это уже сверхвысокий уровень, я не думаю, что они до такого догадаются. Типа, если кто-то файтится, ты начинаешь стрелять по этим чувакам, но не нокая их, чтобы они отошли похилиться и не стреляли друг по другу, и как бы фраги сохранялись для твоего патрона, да? Для твоего начальника Зетти, который тебя вот в рабство взял и сказал: пока мы рекорд не сделаем, вы отсюда не уйдете, вы будете сидеть у меня в подвале. Да, может быть. Не исключено. Ой-ой-ой, как ты чуть не обосрался только что, братишка. Просто вышел в опен и чуть не нахапал. Ну да ладно. Доел двоих. И еще 12 есть. Ему сказали, что здесь еще кто-то или транспорт, или кто. Да нет, скорее всего, чел. Ага. Вот оно. Сами приходят, ля какой кайф. Ранг, естественно, нам никто не покажет, друзья мои, 100%. Ну, понятное дело, что это не ниже, а с доминатора. То есть тут тоже прекрасно видно, что соперники нереально божественные. Каждый... вообще, позвольте, хоть раз уж еще кто-то стрелял? Не, ну вроде стреляли, да, он же только что чуть не оподливился. Ну, короче, киберспортсмен, это даже выше аздоминатора, это даже не ранг. Он не показывает ранг, потому что здесь как бы... Это супер ранг, понимаете? Типа, это элитный сервер для самых божественных игроков, типа вот этого чувака, которого зовут Джей Гриффин. Я почему-то прочитал Гей Джиффин. Ну, прости, пожалуйста, дружище. Может быть, так просто... показалось. 17-18 есть. Тут, кстати, еще как-то у него интересное разрешение экрана. Айпадовское, что ли. Как-то странно. Странно очень обрезано. Вроде чуть-чуть. Вот так. Немножечко. Ну да ладно. Может, это сделано для мобилок. Знаете, когда ты на мобилке смотришь, ты можешь вот так его, короче, растянуть. Для того, чтобы было больше. Чтобы ты увеличил бибу себе. Гранату хочешь кинуть? Ну, хоть гранаты кидаешь. Красавчик. Топает кто-то сверху. Вторую кидай вдогоночку. Молодец. С небольшой задержкой, секунды в 3. То есть видно, что чувак кнопки нажимает не так быстро, как хотелось бы. Но ладно, хоть как-то нажимает, и на том спасибо. А, да. Я что, кстати, очка не было? В смысле? Или было? Или как? Или я пропустил? Да ладно. Да я не мог. Но он вроде одного убивал. Че, прошляпил очко, что ли? Прошляпил очко Зетти. Нихера не понял. Было ж только что 17-18, стало 22. Ты куда, сука, 3 фрага дел? Ничего не ясно. Что за катка дурацкая? Ну ладно. Поехали, значит, водила гамадрила сейчас на Севое. О, ну Севое еще тот водила. Сейчас он нам покажет. Давай. Если не разобьется, я скажу, что ты профик. Ну вот, пожалуйста, влепился в стенку. Профиком не станет. Ага. Походу, он на ковре что-то делал. Либо гимнастику какую-то, либо йогу, либо, может, разминался. А вы ему помешали. Потому что, ну а чё бы он просто так сидел посередине комнаты на ковре? Здесь у нас уже как бы половина фрагов есть. Топ-37. Ну я же говорю, супер ранг, смотрите. Люди умирают медленно. Вон чувак посреди дороги сидит. Это супер неожиданная позиция. Естественно, супер прибыльная. Я смотрел недавно на чемпионате мира. Парабой так делал. То есть просто сидел на
открытом участке дороги, и все думали, ну он же не может быть настолько тупым, чтобы такую херню сделать. И никто даже не обращал внимания, никто не верил, что это реальный живой человек. Думали, залагала моделька, и никто даже не пострелял. Вот на это и расчет. Поэтому, ну типа, ну не бывает же таких уникальных. Так, говорит, ты перестань от нас убегать, бро. А что это от вас не поубегать, бро? Опа. Кстати, давайте посчитаем, сколько раз Зети нажал способность Драгон Яйца за этот матч. Мне кажется, я сбился со счета слишком много. И слишком часто. Ну правильно, чё. Способность вещь крутая. Чё бы не поюзать. 29 есть, сейчас главное супер очко не прошляпить, как бы реабилитироваться, если оно, я надеюсь, будет. А то тоже может сейчас опять же скрысить. Хоба, уже и 70 фрагов, да, резко? А чё нет? Три же пропустил куда-то. Хорошо. Сзади накидывают. Тиммейт закрысил, по-моему, да? Доел кто-то. Кто-то доел, киллшот. Да, ах ты сука! Слышь, скрысил фраг, увидели? Состилил. Я не понял, мы кому рекорд делаем, Зети или тебе? Слышь, киллершот. Все, уволен, сегодняшний дошек не получаешь. АВМ. Ну-ка, бери АВМ, сейчас посмотрим на суперснайперские выстрелы. Не хочешь? Правильно, не позорься. Что-то там базарит его тиммейт. Еще АВМ. Опа, вот он он. Вот он очкошник. Так, ну конечно же залететь на крышу это для лохов. Давай прыгать с табуретки, не запрыгиваем. Ага. Говорит, где ты прячешься, бро? Мне нравится, как он всем. Бро! Эй, Зети, бро! Так, вот он. Are you face cream? Так, в смысле, ты его не видел? Он там вот, да. Что-то ты слепошары немножечко. Бывает. Ага. Всего опять на водителя? Понятно. Все, это... Нет, подожди, еще рановато. Вот теперь это супер очко! Хорошо. Ну, хоть что-то в этой карте есть хорошее. Да, нормально. Великолепная работа, я бы сказал. Че, может... А ты знаешь, что можно в машине хавать аптеку? То есть ты можешь сесть, тебя твой лакей сивой возит, а ты ее жрешь все равно. И так экономишь как бы время. Нет? Ну ладно, извини. Как же им похер просто. Вот насколько они безнаказанно вот так кружат вокруг типов. И типы вообще не стреляют. А если стреляют, то походу в себя. Я не знаю, как они могут не попадать. То есть, насколько им вообще насрать. Так, давай, сажай сивое. Он у нас сегодня водила. Что-то говорит, I have another one in my pocket. Pocket это что такое? Это что-то между карманом и жопой. Говорит, у них сразу две тачки. Ну, нихера себе. А второй где? Ой-ой-ой, смотри. Я думал, тиммейта нокнули, но не тут-то было. Тиммейт сам нокнулся, выпал из тачки. Бля, какой сюр, чуваки. И вот эти люди, они играют лет по 10 в PUBG Mobile, и они вот, ну, настолько вот такие прикольные, да? То есть... Окей. Так, 35 фрагов на топ-12. Если учесть, что их трое, то еще плюс 9, 44 может быть максимум, правильно? Математика меня пока не подводит. Поехали посмотрим, что тут за граната. Ну, может быть хорошая, а может и нет. Че, друзья, самое время напомнить про Иракез Бибу. Лучший телеграм-канал во всем телеграме. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Не подпишитесь сегодня, завтра уже не сможете. Ну, может, завтра сможете, а послезавтра точно нет. Я вас там жду, там супер контент. Спереди что-то там вот стреляют, как раз-таки что, между собой или это сивой подошел? А, хрен, непонятно. Не-не-не, сивой сзади. Нормально, прикрывает тылы, так сказать, либо пялится на жопу Зети.
Это одно из двух. Забирает первого. Хавает аптеку. Друзья пока что на обороне. Стреляет парень с эмки и глушителя. Приглушенный, так сказать. Слышь, глушитель. Давай поработаем. Здесь, естественно, молотов нет, чтобы доесть, как бы. Это что был за звук? А, это ты матюки запикиваешь? Ничего себе. Ничего себе, да, нормально там, чувак. Прям явно ему понравилось. 6 морс фрагов. Ну давай, давай. Вообще-то 7 осталось. Заспойлерил, получается. Окей, тогда я тоже заспойлерю. Чем ему интересно, эта вагонетка не понравилась, правая. Уже поношенная. Решил взять свеженькую. Так, и чё, куда поедем? Кстати, что-то они как-то народ легко находят, типа... А, ну не, это нормально, это из-за склеечек, так кажется. Он тут понавырезал, как они просто ездят и тупят, чтобы как-то смотрелось динамичней. Так, и третьего. Хорошо, 40 есть. Он говорит, они не ожидали этого. Блин, чувак, они втроем за одним деревом прячутся. Что они, по-твоему, вообще могут ожидать? Они, если пальцем попытаются в жопу себе попасть, не знаю, в ухо застрельнут. Типа, такой, они не ожидали того, что я их убью. Да понятное дело, ё-моё. Три чувака за одним деревом шкерятся. У них спроси вообще, как они до такого додумались, я уверен, они не скажут. Сейчас, кстати, главное вот ровно одного убить. Иначе не получится. Короче, если сейчас вот он убьет больше, чем одного человека, то катку я официально объявляю говной. Так. Добивай его. Доедай, сука. Хорошо, забери очко! Забери очко! Отлично. Давно, кстати, супер-мега-гипер очка не видел. Что-то перестали люди за 40 заходить. А где второй? В смысле, их же двое было. Второго опять тиммейт закрысил. Вот, сука, ну ладно, в этот раз прощаю, потому что супер очко сделал. Так что красавчик, на меня работает. Тиммейт это мой, короче, засланный. Такс. Говорит, давай найдем последнее дуо. Ну давай. Ищи. Я что ли за тебя искать буду? Ты как бы играешь. Я-то что, я смотрю, я обозреватель. Так, пошла стрельба. Кстати, друзья, пока вот тут катка не закончилась, самое время вам напомнить про то, что стримы каждый вечер на Твиче, я вас там жду. Приходите, ссылочка в описании, Twitch TV Rakesh61, и вот он топ, нереальный, невероятный, супер мировой рекорд, лучший игрок галактики, вот, пожалуйста, самый скилловый, самый охеренный, лучшие тиммейты, и вообще, обосраться, как все круто, катка огонь. 10 из 10 рекомендую. Теперь каждый день будем смотреть Зети. Все, Райдин, до свидания, тебя подвинули. Спасибо, друзья, за просмотр. Здоровья вам, добра, удачи. Я надеюсь, видос вам понравился. Давайте увидимся в следующих видео. Заходите в описании, все там активности бахайте. Ну и всех обнимаю, целую. Следующее видео уже совсем скоро.